Сиверском районе много выдающихся тренеров. Именно они помогают ребятам достичь высоких результатов, ведут к победе на соревнованиях. Юлия Никитина из станицы Северской – абсолютная чемпионка мира по спортивной акробатике, заслуженный мастер спорта. В 2014 году она стала лучшей на чемпионате среди юниоров. Также среди ее наград – Кубок мира, золото первенства Европы и мира, а также серебро на Европейских играх. Начинала Юлия Никитина в Северской детской спортивной юношеской школе. Позже перспективную акробатку пригласили тренироваться в город Краснодар. Там же закончила Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Завершив карьеру, Юлия вернулась в стены родной спортивной школы уже в лице тренера. Теперь она передает детям свой опыт, учит их тому, что учила когда-то сама. Мне очень нравится работать с детьми, с ними можно найти общий компромисс. С ними можно играть, все это в игровой форме, чтобы им это было интересно. Именно первый тренер является проводником в мир спорта, где ребенок проходит школу жизни, познает себя, учится работать в коллективе и преодолевает трудности. Чтобы справиться с этими серьезными задачами, рядом должен находиться опытный наставник, такой, как Юлия Никитина.